Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Соседи смеялись над мужчиной, который копал колодец, но через 40 дней изменили свое мнение. Климатические условия Индии не позволяют централизованно организовать свободную подачу воды во все населенные пункты. Воды не хватает даже для удовлетворения потребностей людей, не говоря уже о поливе растений. В больших городах ситуация несколько лучше, а вот небольшие деревни страдают больше всего. Земли Индии уже давно просят живительной влаги. Отсутствие воды сильно сказывается не только на флоре и фауне, но и на людях. Деревни опустевают, ведь там невозможно заниматься земледелием и фермерством. Людям нечего есть, нечем кормить своих детей. Положение в стране сильно осложняется и приходит к упадку экономика. В деревнях или поселках, где вода еще сохранилась в колодцах, организованы свои порядки. Никто не может просто прийти и взять сколько угодно жидкости для себя и своей семьи. Муж и жена Папурао – это молодая семейная пара. В их деревне Махараштри был колодец, из которого люди брали воду. Все бережно относились к своему источнику жизни. Однако в марте прошлого года в Индии случилась засуха. Большинство колодцев опустело. Ситуация с водой осложнилась еще больше. Источник воды в Махараштре тоже опустел. Жители долго переживали по этому поводу, пытались всячески вернуть воду, однако это не помогло. Местным женщинам приходилось ходить за водой в соседнее поселение. Это достаточно далеко. Кроме того, когда женщина одна приходит в чужую деревню, чтобы взять воды, ее начинают обижать. Местные жители жестоки и озлоблены. Травля, унижение и оскорбление – именно это приходится терпеть слабому полу за небольшую емкость с водой. Муж Бапурао очень расстраивался после таких походов жены. Он видел, как ей тяжело приходится. Очередная травля закончилась бессонной ночью и большим количеством пролитых слез. Супруг решил, что больше не будет это терпеть, и вспомнил поговорку о том, что труд сможет расположить к себе небеса. Мужчина отправился в тот же день на рынок, чтобы купить все необходимое для копания ямы. Он точно решил, что добудет воду для своей семьи. После закупки оборудования Бапурао отправился на поиски идеальной площадки. Когда место было найдено, началась работа. Мужчина работал по 6-8 часов каждый день. Когда он отчаивался, его поддерживала жена. 40 дней упорного труда не прошли зря. Когда Бапурао хотел было прекратить раскопки, он заметил первый намек на воду. Не оставляя работу, он довел дело до конца. Вода в этом колодце зажурчала на 40-й день. Вся семья Бапурао была безмерно рада и благодарна небесам за такой подарок. Теперь их жизни наладятся, а жене не придется унижаться за стакан воды. Соседи были рады, что Бапурао смог расположить к себе богов своим трудом. Они просили у молодого человека разрешения, чтобы пользоваться колодцем. Мужчина был рад помочь всем людям своей деревни, поэтому разрешил им черпать живительную влагу из выкопанного источника. Вот так труд и терпение могут спасать много жизней. Мужчина, который действительно любит и уважает свою жену, выкопал для нее колодец. Эта семья достойна уважения. А что на этот счет можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.